пляж, вайб, голд, друзья. О, уже опустили почти лежаки. Было, я в 6 снимал, здесь было больше людей на лежаках. Сейчас лежаки пустые. Люди идут на ужин. Здесь у нас скалы. Настоящие скалы. Всем большущий привет, кто отдыхал в White Gold в этом сезоне, в прошлом сезоне, в прошлых сезонах. Что-то непонятно, учебники разложены. Здесь кто-то книжками торгует или кто-то учится прямо на море, короче. Давайте посмотрим на счастливых купающихся. И тут в основном местные сейчас, White Gold'овцы уже. Не, есть люди с браслетиками, но в основном местные. White Gold'овцы уже ушли на ужин в основном. Самое интересное, что купался с пирса, там даже никакого намека на волны нет. Вообще, абсолютно просто. А начинаются они вот, ну как бы от пирса, от конца пирса они начинаются. Здесь вот есть волночки, а там их нету и близко даже. Прикольно так, необычно. Много здесь людей русскоязычных, живущих здесь сейчас. Больше гораздо, чем отельных. Ну, а на первом месте турецкие люди. Они любят пляж White Gold, да, и они здесь купаются постоянно. Сейчас следующий пляж посмотрим. Не следующий, а следующий. 14, 15, 16 сразу. Людей полно, везде пляжи, реально. Ну, переполнены, слово неуместно, это в любом случае не Анапа, но в принципе очень-очень много людей, даже вот сейчас в это время, ближе к 7 часам вечера. Тут сразу, вот, сразу три пляжа, вот сейчас обзор у меня сразу трех пляжей, можно сказать. Но опять же, отельные многие ушли на ужин, поэтому ну, часа полтора назад здесь, конечно, было людей еще гораздо больше. Тоже волночки, вот вдалеке, если вам видно, вдалеке волн нету реально. За пирсами волн нету, я такого еще не видел реально, чтобы волны прям начинались почти возле берега. Я не знаю, как это описать, но прикольно, но это факт, так и есть оно. Всем большущий привет из Алании. Тем, кто собирается в Аланию, хорошего отдыха. Теплого моря не желаю, потому что 30 уже не надо, а теплее просто уже и некуда, и не нужно. Поэтому море теплое, 30 оно будет теперь 2 месяца как минимум, так что. Сколько хорошего отдыха можно желать в теплом море. Такая здесь картина. Спасибо всем за лайки. Привет из Алании. И пока.